Предлагаю приготовить вареники с картошкой на пару. Блюдо очень вкусное, бюджетное и сытное. Приготовление вареников на пару мало чем отличается от готовки обычных вареников. Начинка, как и в последних, может быть самая разнообразная. Данный вариант один из любимых в нашей семье, надеюсь, и вам понравится. Растительное масло для начинки можно заменить на небольшой кусочек перекрученного сала. Получится просто волшебно. Берите на заметку. Вода – 150 мл. Мука 350-400 грамм. Яйцо 1 штука. Лук 1 штука. Картофель 700 грамм. Лук 2-3 штук. Растительное масло 3 столовые ложки. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Количество порций 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Налейте воду в глубокую миску, добавьте яйцо, соль, 1 столовая ложка растительного масла. Все немного взбейте, частями добавьте муку. Замесите упругое и эластичное тесто, соберите его в шар, накройте полотенцем и оставьте на 20 минут. Тем временем картофель нарежьте мелкими кубиками, чем меньше получится, тем лучше. Добавьте нарезанный мелкими кубиками лук, соль, масло и любимые специи. Хорошо все перемешайте. Начинка готова. От теста отрежьте кусок, раскатайте его колбаской, нарежьте небольшими кусочками и обваляйте кусочки в муке. Затем раскатайте каждый кусочек в форме круга. Выложите по центру начинку. И защипните вареники любым удобным способом. Решетку пароварки смажьте маслом и выложите вареники. Готовьте вареники на пару около 30 минут. Приятного аппетита!